Здравствуйте, товарищи, с вами Принц на сером козле, и это мой обзор на детский КВН шоу талантов. Нежданно-негаданно детский КВН начали показывать по Первому каналу. Когда-то его начали показывать по телеканалу «Карусель», тогда его вела Таисия Александровна Маслякова, не помню, правда, с кем в паре. Потом она отвела, по-моему, один сезон. Дальше я особо не смотрел, я в принципе его не смотрел. Насколько я знаю, его потом показывали по СТС, там Галустян что-то еще делал в этом детском КВН в роли ведущего. И теперь он на Первом канале и ведет Таисия Александровна Маслякова и Степан Лукин, капитан команды КВН «Мега», если верить Википедии. В жюри Екатерина Сколкина, Михаил Башгатов и Гар Дмитриев. И вот я так посмотрел на это все. Во-первых, юмора не так много. Во-вторых, это мне прям... Ну, по системе, по которой проводится это, как это сказать-то, это передача, она мне напоминает одновременно и КВН, и игру, и голос. Не знаю почему. Вот мне эти три передачи вспомнились. Итак, значит, открывал... А, да. Какой же формат прохода в полуфинал у этой... передача. Значит, в четвертьфинале соревнуются 4 команды. По 2 пары. Уже игру напоминает. Они показывают что-то вроде приветствия. И дальше одна команда проходит следующий этап этого четвертьфинала от каждой пары. И дальше уже вот эти прошедшие команды соревнуются друг с другом. Что-то типа у них знакомого сюжета получается. И... Ну что... А, ну и все, и дальше уже жюри выбирает, кто проходит в полуфинал. Все. Да, зачем же я записываю этот обзор? Просто я уверен, что больше этого никто не будет делать. Ни Крафти, ни Сава, ни Косяков, ни тем более Виксатос. Итак, открывала команда КВН «Дети Басты», Ростов-на-Дону. Ничего не смешно. Даже выделять ничего не хочется, просто ничего не смешно. Потом с ними соревновались команда КВН «Ровесник», город Кронштадт. Взрослая песня смешно. В ЗАГСе смешно. Ну и все, в принципе. Ровесник победили в этой битве. Согласен. Да, и еще. Вот по Ровеснику у меня свой отдельный комментарий. Это 20% юмора и 80% ути-пути, какие лапочки. Кто смотрел, тот поймет, о чем я. Потом, следующие дуэлянты. Карусель, город Тында. Столица... Байкало-Амурской магистрали. И против них еще была команда КВН «Дабл Трабл», Пермский край. «Дабл Трабл» победил. Спорное у меня на этот счет мнение. Ну, обе команды так себе показались мне в первом этапе. И дальше второй этап. «Ровесник» показали «Муху Цокотуху» на новый лад. То, как папа ее помнит. Не смешно. Дабл Трабл показали «Снежную королеву» на новый лад. Типа вместо Кая похитили Герду. Не смешно. Про Кометова вроде забавный ход был, но надо было докручивать. Победил команда КВН «Дабл Трабл». Она прошла в полуфинал. Будем смотреть дальше этот ужас. Все. На этом я заканчиваю. Ждем Суперлиги сегодня. Еще игра. В общем, 3 обзора подряд. Может выйти за 24 часа. Все, с вами был Принц на сером козле. До свидания, товарищи. Присмотрись внимательнее, кого здесь видишь ты. Будущие звезды собрались со всей страны. Старшие считают нерешительно все проблемы.